смотрите на телеканале «Хабар». Многократный чемпион мира по тхэквондо. 9-й человек на планете, награжденный высшим орденом этого вида спорта. Даурен Нургалиев. И капитан сборной команды Казахстана по альпинизму. Человек, поднявший флаг своей страны на всех восьмитысячниках планеты. Покоритель неприступной горы убийцы К2. Максуд Жумаев. В первом армейском реалити-проекте «Особое задание». Особое задание для настоящих мужчин.